все года и века и эпохи подряд. Все стремится к теплу от морозов и вьюг. Почему ж эти птицы на север летят, если птицам положено только на юг? Слава им не нужна и величие, вот под крыльями кончится лед, и найдут они счастье птичье, как награду за дерзкий полет. Что же нам не жилось, что же нам не спалось, что нас выгнало в путь по высокой волне? Нам сиянье пока наблюдать не пришлось. Это редко бывает, сиянье в цене. Тишина, только чайки, как молнии. Пустотой мы их кормим из рук. Но наградою нам за безмолвие обязательно будет звук. Володь, Володь, ты просто считай. Весь мокрый? Нет. Нет. Есть одно место. Я его сохранил. Как спалось? Я говорю, я от вас такого не ожидал.
проявление глубокого гуманизма. Погода замечательная, солнышко. Да, расскажи. Ждем Кувалина. По слухам, он свой рюкзак наконец нашел. Да, Дим, привет. Я тебе звоню в 11 часов ровно. И мы принимаем такое решение. Если ты получаешь рюкзак и вылетаешь, то мы с тобой, соответственно, встречаемся здесь. Если ты рюкзак не получаешь, то тогда ты вылетаешь на Виталь. Давай, давай, пока. Проходим между ними. Стоп. Хорошо. И нос лево, лево, нос. Нос забило. А, камнями. Черт. Спокойно. Сели. Сели. Так, все, Андрей, давай, залезай. Нос, 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 нос. Все забило. Между. Ты на камне, прямо под тобой. Тебе нужно слезть. Еще, братец. Еще. Вот так, хорошо. Так. Ну, иди, прямо. Нос, нос держите, ребята. Она бесконечной длины, эта фигня. Здесь придется проводить. Она все равно не проводит. Брать у тебя камень, сюда. Чуть-чуть вперед и вперед. Блин, как обидно. Чисто прошли и на последнем камне сели. На последнем камне сели. Сейчас я столкаю. Не-не, подожди. Эксперименты научные. Измерение температуры воды. Ну сколько? 16,8. Ну, стабилизировано. Ну, все практически, да. Типичная канадская жара. Не так, такой дучив. Там три раза бросил, уже схватил. Воздушные ванны. Да, чай уже готов. Это вот маленький котелок, это на кофе, а большой на кашу. Однажды раном поутру Андрей лицом светился, но твердо резал колбасу и плыть опять стремился. И снова не побрился. И это тоже. Давно сидим! Мужик, подвези! А это уже в МакПи, да? Это уже МакПи. Вы только что ли, Павел, подошли? Мужики, я сейчас тогда для красоты сделаю с передачей весла самому себе через днище. Но если я не передам, вы мне подплывите в руку его. Ура! Не, ну Юр, ты прав, вода торфяная, видно плоховато из-под нее. А что, они хотят идти? Дим-ка пойдет. Мать река, река дорога, от Шиберы до порога, так течет она века, из глубин материка. В руки, снова в лодки, от проводки до проводки, край воды, седой туман и холодный океан.
беру. Ой, как глубоко! Обнос 6-й категории сложности. Перехватили. Может, я надеюсь, вы знаете, куда мы идем. Утро туманное, утро дождливое. Впереди порог 5-й категории, которую каким-то образом надо обнести. Вода высокая, за ночь поднялась на 20 сантиметров. Можно кушать, да? Карель можно кушать. Вкусна. Карель вкусна, на редкость. Ощущаешь? Дымится. Thank you.
воскресенье, по-моему, 7 августа, может и 8. Утро, в районе 7 утра. Вчера с трудом прошли, наверное, километра 3 в основном в обносы. С мучением нашли место для стоянки. Вид красивый, но стоянка на скалах. Полный бардак, все завалено. Володя только что был на связи с солнечной Италией. Как там Италия? Все. Спутник ушел. Как там Италия? Плохая погода. Плохая погода, да? У нас лучше. Сколько у них там? Ну, температура не знаю, но у них ветер, серо. Мы уже позавтракали, сейчас начнем собирать шмотки и вязать на катамаран. Андрей, а как у вас настроение? Отлично, сейчас кофейка допью, как всегда проснусь. Можно будет идти дальше. Вон туда? Нет, туда лучше не надо. Туда лучше не надо. Пожалуйста, расскажи зрителям нашей программы, которая называется «Нахрена сюда я приперся?» свое мнение по поводу происходящего. Отлично. Мы имеем все, зачем мы сюда пришли. По полной. Больные. То есть вот все, что мы хотели, оно исполняется. Есть одно желание, но оно такое не для камеры. Это... Ну ладно, сломаюсь. Еще надо было, чтобы дождь шел все время. Вот этого нет. Но я слушай, думаю, что у нас не еще надо есть шансы. Но не делай вид, что его нету дождя. Нет, ну он так крапает. То есть ну нельзя сказать, что уж совсем облом, но... И мошки побольше, да? Или достаточно? Нет, мошки не надо! Андрюш, а что ты скажешь? По поводу? Телезрителям канала «Нафига сюда я приперся?» Куда этим попирались? А нафига? Вспомнить былое давно позабытое. Да. А зачем бы сюда припёр? Ну, мы думали, здесь есть грибы, ягоды, рыбы. Рыбу ты видел? Ну, рыбу я видел, да, но ее ловить пришлось. Сама в лодку она не запрыгивала. Мы думали, здесь будут красивые пороги, отсутствие обносов. Нет, пороги есть, много, красивые, но обносов еще больше. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Е-е-е-е-е. Наша любимая программа «Нахрена сюда меня занесло?». Я вас возбрал утреннее интервью, сейчас вечернее, прошло несколько часов. Как вы прокомментируете прошедший день? Офигительно! Рабочий! Рабочий? Расскажите ваши впечатления, пожалуйста. Была поставлена задача шеф-поварам найти 5 подосиновиков. Мы их нашли, вот они. Да. Больше, кстати, не было. Братец готовит ужин. Что у нас сегодня, товарищ шеф-повар? У нас сегодня гречневая каша с тушенкой и дары природы, грибы. Жарящиеся подосиновики.
красота. А вот в этой каменной ванне буквально 30 минут назад 5 голых мужиков, наверное, снимались для эпизода «Дом 3». Но это другая программа, к нам не имеет никакого отношения. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Е-е-е-е-е. Сегодня с утра было предоставлено свободное время для физических упражнений. Расскажите, пожалуйста, какой вид физических упражнений вы выбрали для себя? Сегодня мы осваивали... Бег с катамараном? Нет. Сегодня у нас была пешая прогулка по дикому лесу. Сначала в легком варианте, без вещей, потом с вещами. Да. Вполне нормально. Сколько? 2 часа 20 минут. Очень поддерживает тонус, я считаю. А вы что скажете, товарищ Андрей? Руки, правда, после этого немножко дрожат. Вот у оператора камера вот так вот. Что-то великолепно. Таких мест, знаешь, вот... Умрешь, не найдешь. А руководитель экспедиции сумел. Специально подобрал. Такого больше нигде нет. Отлично прошлись. Нет, было у меня более острого желания, как принести, так сбегать, так по тайге, 300 метров, принести что-нибудь тяжеленькое сюда. Несколько раз мордой в сучи влететь. Ну, еще полный кайф, да? Да, теперь я получил полный кайф. Среда. По-моему, среда, да? Знаешь, я с утра сегодня... Август 10, пока часов не нашел. Число 10, а вот наш... Август 10. Значит, месяц уже нормально. Значит, вчера мы преодолели очередные то ли 2, то ли 3 километра вниз по течению. То есть успешно двигаемся. Какие-нибудь есть комментарии по поводу места, которое Бурхан нам предоставил сегодня? Ну, оно место, по крайней мере. Да, нам дали место. По крайней мере, на нарах, но все-таки ближе. 5 спальников разместить удалось и 3 палатки. Там очередной пятерочный порог, то, что мы прошли вчера. Юра, день сегодня хороший, даже еду еще пока даю. Ты неси меня, река, за крутые берега. Где поля мои, поля? Где леса? Где леса, мои леса? Ты неси меня, река, да в родные мне места. Где живет моя краса? Голубые у нее глаза, как ночка темная, как речка быстрая, как одинокая луна на небе ждет.
меня она. Проходим порог шестой категории сложности по берегу. Это нижняя часть, его видна. Кусок, который нам нужно обнести через лес метров 200. Вещи мы уже обнесли. Сейчас пойдем тащить катамаран. Это само по себе занятие. А потом мы его собираемся вот здесь спустить, вот прямо здесь. Ну и дальше туда поплыть до следующего водопада, который где-то там вдали плещется. Как ночка темная, как речка быстрая, как одинокая луна на небе ждет меня она. Обрабатываем нижний каньон верхних МакПи. Мы где-то его в нижней части похожи, мы надеемся. Вчера мы... Давай так, переведу. Мы хрен знает где, хрен знает как, хрен знает почему. И сейчас будем дальше работать в каком направлении. Ну, дальше она несется, что за поворотом мы еще не знаем. На разведку не ходили. Сейчас четверг, раннее утро, 6:30 утра. Август по-прежнему. Вот вчера мы доплыли... Вон там, если вверх посмотреть, шебушочки. И потом закисончик. Вот мы туда доплыли, этот кусок не рискнули идти. Остановились туда члег. Затащили сюда вещи. Катамаран вон там у нас, наверху горы. На вершине горы, в лесу, три мужика и катамаран. Это как стою на асфальте, я в лыжах обутый. То ли лыжи не едут, то ли я и... Поправили, пацаны. Лямки. Лямка сидела. Сели? Помолись. И поработали вдоль берега. И нос держите, ребят. Лево, левее нос. Левее, левее. Я держу. Я держу. Вот, молодец. Хорошо. Так, ну давай, поперед крыть. Вот так, вот так, вот так. Все, оп, вот так. Вперед. А, вон тот торчит в конце там, да? Да, справа. Вот тот, который стоит, видите, ага. В конце камня. К нему вплотную слева. Да. Так, по этим языкам смотрим. Да, сегодня пятница, 12 августа. Вчера мы закончили Нижний каньон, пошли дальше.
Но на пути к озеру у нас еще 4 водопада. Вот вчера мы дошли до этого водопада, обнесли его часа за 4, вещи отдельно от катамарана, катамаран, рама отдельно от баллонов, и заночевали в этом абсолютно красивом месте. Ну, народ, сейчас раннее утро, до цели, до озера Макпи у нас еще примерно 12 километров и еще 3 водопада. Амбишес план все это сделать сегодня. Китайцев говорят, есть две главные доблести в этой жизни. Первая доблесть – служить государству, вторая доблесть – любоваться природой. Вот я соблюдаю китайские доблести. А государству не служишь? Нихао! Государству буду служить, когда вернусь в Россию. Секунды батарейки, быстро. Скажи, Чать. Нам все это нравится, по-прежнему. Как ни странно это звучит, но нам по-прежнему все это нравится. Да. Ну ладно, надеюсь, сегодня к вечеру будем там, куда еще не заказан самолет. Доплыли до великого озера, как его называется? Макпай. 195 километров позади. Сколько из них обносов, хрен его знает. Какие тут, может быть, комментарии? Хорошо. Хорошо, что доплыли. Хорошо, что донесли. Хорошо, вообще хорошо. Оставьте меня здесь. Поход
год был хороший, но хорошо, что наконец закончился. Ну что сказать? Ехали мы, ехали, наконец доехали. Добрались. Добрались, да. Комментарий. Дальше мы больше не хотим. Еще один комментарий. Отдохнули бы хорошо, только устали очень. Да, братец, комментарии. Скажи, что здесь действительно жарко. Здесь, да, ну вот видите, я же, в общем-то, так скажем, не одет. Ну и как ты? Отлично. Отлично, отлично. Мы дошли. Мы дошли. А все кончается, кончается, кончается. Едва качаются перрон и фонари. Глаза прощаются, надолго изучаются. И так все ясно, слов не говори. А голова моя полна бессонницей, полна тревоги голова моя. И как расти не может дерево без солнца, так не могу я быть без вас, друзья. Спасибо вам, не подвели, не дрогнули, и каждый был открыт таким, как был. Ах, не короткие, до сердца тронули. Спасибо вам, прощайте, докурил. А все кончается, кончается, кончается. Едва качаются перрон и фонари. Глаза прощаются, надолго изучаются. И так все ясно, слов не говори. Мы по любимым разбредемся и по улицам. Наденем фраки и закружимся в судьбе. А если сердце заболит, простудится, искать лекарства станем не в себе. Мы будем гнуться, но, наверное, не загнемся. Не заржавеют в ножнах скрытые клинки. И мы когда-нибудь, куда-нибудь вернемся и станем снова с вами просто мужики.